Ой, а куда я нажал? Ты только пришла, ребят. Какая погода хорошая. Распаковка чек. Я еще не переодевалась. Занесла портнихи, она мне позвонит. Ну, свою, которую Лёсик мне кожаную куртку купил в 41-м. Курток-то давала, ведь за что носить, и ангорки две. Вот они, коричневые, чисто белые на выход. Да, а ветровок, все, я ничего не буду. Лёсик мне купил. Так, все купила у Корнейхи, жилетовские. Там рыбу пожарила Валя Наумова, это, сырники, и все. Котлет рыбных нету. Вот взяла я, сейчас по пакетам разложу, куриные. Котлеты Валя Наумова делает. Так, сметану взяла у них, 5 сырников взяла Валя Наумова. 2 намазки взяла я с орехами, вот эти хорошие намазки. Да, и 2 с зеленью мясо намазки. Ну, мало кто придет, пол батона так раз, намажу. Все, сейчас котлеты разложу. Ой, девки, невозможно. Я так устала, шла. Денежку нашла. Устала, ребят. Ой, а что это я чучундра? Ой, девки, вообще. Я, девки, вообще чукую, кукую. Гляньте. Девки, вообще кукуя. Ой. Взяла белые, сняла и белые уличные одела. Шлепки. Ой, вообще, девки, с ума посходила я. Сегодня там Оля продавец работает. Ну, Юси хвалит, я знаю, эту Олю. Да, с Красных Домов. Все ее прямо хвалят. Женщина хорошая. Какая женщина? Она девочка. Девочка. Что это такое? Слышите, девки, гудит. Сейчас морозилку уберу. Это и это. Вот они. Мне намного хватит. Но я кури... Я хочу рыбные, ребят. Рыбных нету. Рыбных нету. Жалко, конечно. Жалко, ребят, что рыбных нету. Ой. Это тоже в холодильник уберу. На маску. Не хочу сейчас ничего. Я даже сырники не буду. Не хочу ничего. Чамбамбина. Да. А что делать? Колбасы все есть. Сейчас. Ой, как я устала, ребят, устала. А доктор за мной наблюдает, девки. Сейчас будет звонить мне. Почему ты столько сумку большую несла? Какую большую? Ну да, он сейчас звонить будет. За меня переживает. Сейчас скажет, венца купила с сыром, а я нет. Вот, венца с сыром. Сказал, не перетружайся и сумки неси. Сколько я тебе раз учил. Скажет, ты меня не слушаешься. Больше помогать, подсказывать не буду. Он за мной наблюдатель. Вот так. Какой доктор у меня.
Ну все, ребят, я есть не буду, не хочу. Все, давайте. Все, зайки мои. До вечера. Вечером в 8 часов приходите, ладно?